Вот тут шоколадки вообще. Я уже знаю, где он сможет, что тут сезон. Ты говоришь, что сейчас черный будешь? И говори, если белый, то белый, если черный, что я молочный, то думаю, что это белый. Путаю. Это как это? Для меня молочный и белый одно и то же. Ты сейчас это попал в эту ловушку, в эту разум, там, как есть такая, ну, ушибка, что вот представьте, это белый-белый холодильник, идеальный белый холодильник. Это, представьте, как будто вы его покрасили белой-белой краской. Вот. Да. В общем, потом, ну, в общем, представляете, ярко, это белые стены, белые комнаты. Потом вопрос такой, что пьет корова? Я такое не слышал. В общем, это, все представили белое, и они скажут молоко. То есть, а корова пьет воду, а с помощью ловушки разума они, ну, молоко говорят. Ну, так очень внимательно, правильно скажешь. Кто, ну, не поддается розу. Интересно. Загадай быстро инструмент и цвет. Быстро. Инструмент? Быстро. Кисточкой. А, загадать? Да, загадать, придумать свои любимые. Быстрые инструменты, и один свет, и один инструмент. Ты на ходу. Да, все придумал. Все, не получилось. То, что... Надо было быстро сказать. Вот же это тоже инструмент, получается. А нет, оборудование. Просто смысл в том, что... Ну, я неправильно вообще там сначала... А, типа цвет обычно загадывают такой цвет инструмента, получается, да? Нет, нет, нет. Там, в общем, сначала тебе дают считать там цифры какие-то, чтобы ты это, мозг настроить, и потом тебе, ну, говорят, там, быстро загадай один инструмент любой, и цвет любой, там, и вроде как все, ну, посредственные люди, они там красный молоток всегда называют, а... В общем, вроде как, ну, не знаю, почему так получается, но если... А ВКонтакте опять же, что ли, всякие паблики там? Нет, это не ВКонтакте, паблики, нет, это... Снимательные рассказы? Нет, это тесты, там, я сидела какое-то время на тесты. ВКонтакте опять? Нет, не ВКонтакте, это другой сайт. Хорошо, что другой. Почему хорошо? А какая разница? Да, ВКонтакте там развлекательные всякие, просто там что угодно могут напридумывать. А, ну это да. Я вот... Смотрел там вчера, когда в метро ехали, как, где жить застенчивому человеку, там прям вышло. Там такое, такая жесть вся. Да, там вышло это. Какая-то... Вообще... Как бороться. Там это, там везде вышло. Самый популярный, там, ну, первый выпал, там вообще было... Просто такие вот глупые советы такие, ну, да. Там, поймите, что, застенчивость это зло, там, да, боритесь каждый день, там, да, улыбайтесь, я прям... не бойтесь заговорить, вообще вот это,
Я прям посмотрел и боялся, неужели ты поверишь в это? Да нет, я смотрел, я думал сделать обзор на это, такой критический. Фух, я прям реально боялась, что ты поверишь и начнешь это все делать. Там. Потом говорите там было, говорите себе, я все смотрю, я могу. Вообще это... Я видел. Это самое такое... Ужасно. Худшее, что может быть там, ну, несерьезное, то есть... Как найти работу? Скажи себе, я хочу работать. Решись встать и пойти. Да. Ну вообще эти советы здесь, наверное. Там очень много просмотров очень. Неужели кто-то это правда делал? Там даже не было ничего сказано ни про какие-то серьезные методики. Какой-то такой вот. Все такое вот. Там, или что если бы там было написано, как может депрессия, там можно было написано. Пойми, что депрессия, не поддавайся прихоти, да. Депрессии, там, не скули, там. Мне то же самое говорят про мой диагноз. Это вот... Это все не по-настоящему, не думайте, что... Это все на самом деле серьезно. Да. Теперь это они просто ерунду говорят. Да. Или ну, там теперь... скажут. Или говорят, о, прикольно, я тоже хочу так торчать, там, или что-то такого говорят. Я тебе честно говорю, серьезно, что это надо как-то решать. Не, мне, мне говорили вообще, это, типа, мне написали один раз, круто, я тебе даже наркотики не нужны. Не, на самом деле, тебе, на самом деле, проблема, я тебе же говорил, конечно, что-то. Да не, на самом деле это не особо проблема, я спокойно вообще с этим живу, и мне даже нравится. Что потом реально может быть плохо, или даже уже через какое-то время, сейчас еще ставлю. Мне кажется, еще не готово. Нет, просто... Я там, когда у меня проблемы, ну, у меня полно проблем, я их пытаюсь как-то решить, а не просто там. Я, конечно... Просто я не вижу в своем состоянии проблемы, а вижу эту норму. Поэтому другие просто видят. Другие люди просто... могут страдать. Ну да. Готово. Алиса у нас. Ой, какая красавица. А с этой стороны так чисто сильно получается. Хотя бы в этом другом центре музыка более-менее, ну это не очень-то, а вот до этого были более-менее. Ну терпимо. Пусть там попсовый, но хоть какой-то там есть, ну зап, там, в том предыдущем другом центре вообще настолько было это, прям как будто они специально отбирали самые нервные. Слушай, я тебе найду, в общем, на ютубе, это клип там одной попсовой песни, там что-то, там такие слова были, типа, только гламур и маникюр, что-то тут. А, я знаю даже, кто это. Знаешь? Да. И там еще клип такой тоже был. Все-таки Зверев, наверное, тут. Не знаю. Короче, забей. Там вроде женщина сделала. Ну да, вот там вот такие были, только еще хуже даже. Да-да-да. Они там эти женщины тоже такие. Ну... В общем, я как узнала про эту песню, в общем, ну там...
видела одну женщину, которая это всерьез слушала. Ей нравилось, что она фанатела и слушала это. Шоколадный шоколад. Да, 5 долек. Давайте теперь. Сейчас сначала нужны. Можешь подержать сверху? Она сейчас вылетит сверху. Я одной рукой эту держу. Так, короче. Да, вот с этим красивее смотрится. Мне тоже захотел. Сейчас сделаю тебе скоро. Ну не, зачем? В качестве своего обеда. А, пожалуйста, приятного. Это всегда так долго делается? Или на 4 минуты? На 4 минуты готовится вообще. 4 минуты готовится. Ну еще плюс там наклад. На минут 5 делается. Нет, там что выходные народ, у нас не стоит торговый центр, просто на выходные народ, когда пойдет, у вас будет прямо затык. У вас все рабочие, все дни? Да. А, то есть можно сразу 3 заказа, да? Да. Ну, точно. Просто еще только недавно открылись. Да, да нет, мы знаем. Но Александр говорил, что пока еще так. Это, наверное, можно будет минуты за 3 делать. Нет, нет, но она вообще готовится 4 минуты. И сама лапа 4 минуты, да? Да, 4 минуты. Не, ну может даже там... Ну да, сейчас ты, конечно, подумаешь. Касался я не сказал, что он нам Винсент говорил. Кто говорил? Винсент. Не, он не Винсент сказал, что другое. Надо было, надо было снимать это. Так я снимал. А. Вот он идет. Он вообще ну все, идет. Хорошо. Все.